12 декабря самому известному в мире кыргызу Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет. Накануне памятной даты о выдающемся литераторе 20-го столетия вспоминали в гимназии номер 9 города Гродно. Чингиз Айтматов еще при жизни стал самым цитируемым классиком мировой литературы. Его книги читают более чем в 120 странах мира на 180 языках, в том числе и на белорусском. Перу этого известного писателя принадлежат такие полюбившиеся на всей земле произведения, как «Плаха», «Джамиля» и «Дольше века длится день» и многие другие. Немало произведений Чингиза Айтматова легло и в основу художественных фильмов. Мы прочитали много произведений Чингиза Айтматова. «Ранние журавли», «Белый пароход» и многие другие, но не все, конечно. Мне они понравились тем, что в них очень много честности, ну, учат писателям быть честным, добрым, помогать другим. Но больше всех мне понравилось произведение «Ранние журавли». На литературной встрече с приветственной речью выступил почетный консул Кыргызской республики в городе Гродно Игорь Чивель. Он подарил гимназии номер 9 книгу Чингиза Айтматова на белорусском языке «Бураны паустанок» и «Вякуя день даужэй за век». Издание вышло в 2018 году тиражом 500 экземпляров и приурочено к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова и к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном. В ходе мероприятия в исполнении учащихся звучали цитаты великого классика, а также строки из произведений писателя. Дети готовились, проводили какие-то конкурсы чтецов, смотрели фильмы о Чингизе Айтматове, обсуждали его творчество. И вот в завершение всего этого у нас проводится день, посвященный Чингизу Айтматову. Дети покажут, насколько они его хорошо знают, насколько творчество Чингиза Айтматова близко и нашим современникам, и детям, нашему новому подрастающему поколению.